Привет! С вами новости «Единой России». 19 июля в нашем Дарьевском университете прошла встреча депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Ольги Николаевны Занко с представителями гражданского общества Луганской Народной Республики. Хочется сказать слова благодарности гостеприимному вузу, нашему Дарьевскому вузу, который нас принимает всегда с распростертыми объятиями. И в первую очередь, конечно, ректору Виктору Дроновичу Рябичеву, который сегодня тоже присутствует в этой студии. Спасибо большое, Виктор Дронович. Вы всегда нас очень хорошо принимаете. С приветственным словом выступила заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Лантратова Дарья Сергеевна. К сожалению, она не смогла приехать к нам, поэтому выступала дистанционно. На территории Луганской Народной Республики открывается множество различных центров – досуговые, гуманитарные, юридические и другие. Наша Всероссийская политическая партия «Единая Россия» очень активно последние годы работает здесь, на территории. Секретарь Генерального совета Турчак Андрей Анатольевич каждые две недели находится здесь, для того, чтобы воочию убедиться о тех проблемах, знать о тех проблемах, которые сегодня существуют у каждого жителя Луганской Народной Республики. И через наши гуманитарные центры, через координатора Всероссийской политической партии «Единая Россия», которую возглавляет Виктор Дронович Рябичев, которого мы уже представляли, кроме того, что он ректор, он еще и является координатором нашей «Единой России» на территории Луганской Народной Республики. На этом мероприятии дали старт открытию нового центра от партии «Единая Россия» – Центра поддержки гражданских инициатив. Кстати, центр будет открыт на базе Центра гуманитарной помощи партии «Единая Россия». Нам кажется, и очень важно поддержать тех, кто заботится о других, поддержать некоммерческие организации. Ведь за каждой НКО стоят сотни волонтеров, общественников, ветеранов, пожилых людей, детей, нуждающихся, которым мы вместе с вами помогали. Центр поддержки гражданских инициатив будет оказывать помощь общественникам республики в регистрации НКО, а также налаживать сотрудничество между НКО Российской Федерации и общественными организациями Луганской Народной Республики. Также на встрече обсуждались вопросы организации взаимодействия с НКО Российской Федерации, а также вопросы развития НКО в Луганской Народной Республике. Главными спикерами стали президент благотворительного фонда «Гольфстрим» Зубова Марина Анатольевна, а также председатель комиссии по социальной политике и благотворительности Общественной палаты ЛНР Примак Наталья Викторовна. Также в обсуждении участвовали и представители регионов Российской Федерации. Кстати, на мероприятии присутствовал координатор Всероссийской политической партии «Единая Россия» на территории Луганской Народной Республики и ректор Дарьевского университета Рябичев Виктор Дронович. Кроме того, еще прошло награждение благодарственными письмами активистов «Волонтеры Победы» за реализацию совместных проектов с партией «Единая Россия». Так получилась очень продуктивная встреча. Важно то, что данный центр поддержки гражданских инициатив существует в каждом субъекте Российской Федерации. Открытие такого центра в Луганске поможет развитию гражданских обществ.